товарищи, welcome to the Tuthe TV Jam. У нас есть бедро индейки. Немножко жилами. Сейчас мы как-то его хорошо первый расширим. Затем возьмем молоток и все немножко отобьем. Сейчас мы то повернем на другую сторону. Опять то этой пленки. Затем добавим какой-то хамон или бекон, так чтобы немного было аромата. Также второй кусок. Внутри можно добавить все, чего вы любите. Паприка, перец, лимон, все. Возьмете немного сыра. Свободно на крупную терку, потому что все по-любому тает. Я специально не хочу солить с внутренней стороны, потому что сыр соленый, хамон уже соленый. А просто хочу, чтобы было как-то немного аромата, травы, перца, чего вам и удобно. Можно накрутить немного перца. Затем потихоньку это все завернем. То же самое второй кусок. И да посолите все это понемногу. Возьмете пленку. Ставите мясо у пленку. И хорошо заверните несколько раз. Вырежите лишнее. И ставьте в сторону со вторым куском тоже самое. Возьмем одну кастрюлю. Нальем воду. Это можем и да свежим. Свежим и с другой стороны. Ставьте холодную воду и включите это все, значи не да кипит, а просто да будет такая теплая вода. Где-то примерно на 5-6 на вашей плите. Сейчас то все ставим у воду, будем его томить где-то примерно 1.5 часа. Вытащим наше мясо. Режем пленку. Аккуратно вытаскиваем кусок первый. Потом делаем то второй раз. Аккуратно вытаскиваем второй кусок. Тут можно добавим немного помидоров на украшение к этому нашему блюду. Можем его да украсим, значит, каком-то веточком. И, конечно, немного да натертим сыра, пока горячее. У меня сыр пекорино, сейчас он еще немножко расслабится. Можете и базилика да добавите. Накрутьте немного перца, немножко паприки по тарелке. Можно да зальете то с немного оливкового масла, будет очень вкусно. Во, наш голень индейки готов. Я вам желаю приятного аппетита. Смотрите дальше TV Jam. Спасибо вам, что вы с нами. До свидания.